Извини, старина. Захотелось немного излиться. Ты представь себе плац, ты глаза на минуту закрой. И единственный настоящий трубач и сопровождающие его лица нам исполнят коротенькую симфонию, именуемую зарей. В этом все, в этом солнце. Но не то, что сержант перед завтраком крутит, и не то, что под вечер усталое слепит глаза. А это солнце из кипящей, совершенно особенной ртути, о которой ничем, кроме музыки, не рассказать. В этом все, в этом утро и нетронутая чистота его, и, наверное, поэтому, а дневной моя ты огрубев, каждый раз на вечерней поверке грешный полк наш стоял и оттаивал, потому что равнялся на ртутное солнце, перекатывающееся по трубе сотни маленьких серебристых надежд. За гимнастерку засунув, полк стоял осененный единственной той, что лилась с допивающих труб. Кто же знал, что в казарме у трубача на гитаре натянуты струны, будто сделаны из такого же солнца, однажды застывшего на ветру. Извини, старина, просто очень уж крепко вцепилась. Но скажи мне хоть ты уверенный, наверняка, что без тонких, предельно натянутых струн точно так же бы трепетно билось это маленькое, но яркое, звенящее сердце полка. Добрый вечер, Гомель. В прямом эфире на «Беларусь-4» интерактивный проект, участником которого может стать каждый из вас. Телефон нашей студии вам известен, 34-22-43. Присоединяйтесь. Сегодня музыкальное настроение на нашем канале создает Виктор Матькунов. Дорогие друзья, это известный гомельский музыкант, бард, автор, исполнитель. Ну, Виктор, добрый вечер прежде добрый всего. Вечер. И поверьте, я очень-очень рада, что могу поздравить вас лично с наступающим праздником. Дело в том, что завтра достойная такая дата, Международный день мужчин. И мне кажется, такая песня подходящая, вот прозвучала только что в эфире, вот прям в тему. Да, ну я специально, когда узнал у вас, что, в общем, что такой праздник существует, да, и подумал, что вот как раз... что вот роль музыканта, роль музыки вот в среде, в мужской среде. Скажите, Виктор, а в вашей семье этот праздник вообще отмечают или все-таки ограничиваются поздравлениями мужчин 23 февраля? Нет, я узнал о нем вот только, да. Видите, какая прекрасная возможность расширить поздравления нашим мужчин. На самом деле, в ноябре, дорогие друзья, поздравлять мужчин можно дважды. Не только завтра, но еще и 19 числа, в Международный мужской день. Вот скажите, разве это не здорово? Ну, да. Когда у мужчин так много поводов принимать поздравления. Здорово. Ну, у женщин один праздник, вот, но он ранней весной. 8 марта. Да, а у мужчин, получается, два праздника, но они... Поздней осенью. Вот, мне кажется, это о чем-то все-таки говорит. Дорогие друзья, вот как вы отмечаете Международный день мужчин? Ну, например, какие у вас планы на завтра? Звоните в студию 34-22-43, пишите в Вайбере. И, конечно же, пользуясь случаем, поздравляйте мужчин с наступающим праздником. Ну, и также участвуйте в нашем конкурсе. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на двух человек в цирк. Да, дорогие друзья, в наш гомельский цирк на новую программу «Империя львов». Кстати, в этот раз в Гомель приехали настоящие африканские львы, четверо из которых действительно имеют такой редкий белый окрас. Ну, мне кажется, что такое просто стоит увидеть. Организаторы, по крайней мере, обещают невероятное шоу на манеже гомельского цирка. Итак, пригласительный билет на двух человек сегодня получит тот из наших телезрителей, кто позвонит сейчас в студию 34-22-43, это телефон прямого эфира, и ответит на вопрос, кто и когда придумал Международный день мужчин. Внимание, Международный день мужчин, который отмечается в первую субботу ноября. Итак, 34-22-43, мы ждем ваших телефонных звонков. Напоминаю, это прямой эфир на Беларусь-4, чего хотят мужчины, о чем мечтают, как стремятся к вершинам успеха. Сегодня своими историями поделятся гости в нашей студии, сразу после рекламы. Thank you.
Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Кто и когда придумал Международный день мужчин? Это вопрос нашего конкурса. Сегодня, напоминаю, мы разыгрываем пригласительный билет на двух человек в цирк на новую программу «Империя львов». Это уникальное представление. К нам в город Гомель привезли настоящих африканских львов. Некоторые из них имеют настоящий белый окрас. В общем, такое стоит увидеть. И мы даем прекрасную возможность выиграть пригласительный билет на это представление. 34-22-43. Звоните на прямой эфир. Итак, вопрос конкурса. Кто и когда придумал Международный день мужчин, который отмечаем завтра? Есть телефонный звонок. Давайте с вами познакомимся и попробуем поучаствовать в нашем конкурсе. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Вы не хотите выиграть билет в цирк? Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, вы хотите сходить на представление в Гомельский цирк? Привезли белых львов. Да, конечно. Вы когда-нибудь видели белых львов? Алло. Белых львов когда-нибудь видели? Еще раз, пожалуйста. Александр, мне только осталось станцевать, чтобы вы не просто услышали, но и еще увидели нас. Хорошо, про львов поговорим позже. Скажите, пожалуйста, Александр, знаете ли вы, кто и когда придумал Международный день мужчин, который отмечаем завтра? Да, это Михаил Горбачев был. В 2000 году он предложил. По его инициативе это происходило. Слушайте, ну эти аплодисменты для вас. Вы действительно победили и выиграли пригласительный билет в цирк. Скажите, пожалуйста, в цирке давно последний раз были? Да, давным-давно, наверное, лет 10 как не был. Вы знаете, вот этот праздник, Международный день мужчин, который отмечается вот в первую субботу ноября, на самом деле знает очень мало людей. Вы отмечаете этот праздник в своей семье? Ну, на самом деле нет. Но у вас есть прекрасная возможность поменять эти традиции, но почему бы не насладиться еще одним праздником? Кстати, мы поздравляем вас с этим наступающим днем. Эти аплодисменты для вас. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Дорогие друзья, итак, завтра Международный день мужчин. Ежегодно в первую субботу ноября поздравления получают 3 миллиарда и более 800 миллионов мужчин по всему миру. И это, по подсчетам специалистов, большая часть всего человечества. К слову, в Белоруссии ситуация обратное. Сильный пол у нас в меньшинстве. На каждые 10 девчонок, как поется в известной песне, по статистике где-то 9 ребят. В общем, в нашей стране мужчин чуть более 46%. Но сегодня я хочу поговорить о тех мужчинах, которых принято называть настоящими. Это такие крепкие, уверенные в себе личности, которые серьезно, основательно идут по жизни. Они спокойно занимаются своим делом и обязательно добиваются успеха. Итак, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях олимпийский чемпион по дзюдо Игорь Макаров. И вот эти бурные аплодисменты для Игоря. Игорь, добрый вечер. Ну, на самом деле, расскажу о вас коротко. Игорь дошел до самой вершины спортивного Олимпа. Он награжден орденом за личное мужество. В копилке чемпиона более 100 медалей с различных международных турниров. А вот несколько лет назад Игорь Макаров открыл собственную спортивную школу в родном городе Гомеле. И, кстати, сегодня воспитывает не только будущих чемпионов, но и двух очаровательных дочерей. Аплодисменты для Игоря. Сегодня у нас в гостях семья Марченко. Михаил, подполковник внутренней службы, занимается воспитанием будущих офицеров-спасателей. По образованию химик-биолог. Все верно? Да. А рядом с Михаилом супруга Наталья, его надежный тыл. И мне кажется, этим все сказано. Аплодисменты. Сегодня у нас в гостях Виктор Матькунов. С ним вы уже, дорогие друзья, успели познакомиться в начале программы. Это музыкант. На протяжении многих лет руководил Гомельским клубом авторской песни. При этом имеет два образования. Химик и... Физик. Физик и психолог. Любимое увлечение, ну, конечно, после музыки, я так понимаю, это туризм. И, кстати говоря, отец шестерых детей, на всякий случай. Вы знаете, все-таки разобраться в мужской психологии без специалиста, мне кажется, сложно нам, женщинам. Поэтому сегодня вместе с нами на программе психолог Людмила Тутынина. Добрый еще вечер. Раз, да, еще раз всем, дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо, конечно, что пришли. Вы знаете, вот на мой взгляд, каждый из вас это уже состоявшийся человек, успешный человек. Ну, по крайней мере, мы так видим вот это со стороны. Но все-таки очень хотелось бы узнать, на самом деле, вот что стоит за вашими вот победами, какими-то жизненными подвигами и удачами. И очень интересно узнать, вот как вы считаете, что для современного все-таки мужчины главное в жизни?
Можно я? Да. Выскажу свою точку зрения. Вот лично я считаю, что для настоящего мужчины, для современного, вернее. А чем отличается? Надеюсь, что ничем. Что все современные мужчины настоящие, по крайней мере, мы должны стремиться быть такими. Вот для современного мужчины, на мой взгляд, самое главное – это в потоке множества вариантов, которые сейчас есть у нас, трендов, брендов, течений, не потеряться в этой жизни, в этой водовороте. То есть найти себя? И уметь определить все-таки свои главные приоритеты. И я могу о своих приоритетах коротко сказать, а какие они будут у не менее современного и не менее настоящего мужчины, они могут быть совершенно другие. Приоритеты, то есть то, что вам главное в жизни. Да, я могу что это? Вкратце, ну, к примеру, в первую очередь это, конечно же, крепкая семья. Так. Это любить, быть любимым, испытывать заботу близких и отдавать самого себя, заботиться о близких. Наверное, я все-таки полагаю, надо больше давать, чем брать. Это залог быть настоящим. Потом, конечно же, надо самореализация. Как мужчина должен самореализовываться в работе, в службе, в хобби, в дружбе, где угодно. У мужчины должно быть такое правило, у современного, у настоящего мужчины, никогда не сидеть на месте, особенно в наше время, вот, всегда работать над какой-то целью, работать над самим собой. Цель должна быть в любом случае. Мужчина не должен идти на сделку с совестью, стараться прожить жизнь так, чтобы совесть не пострадала. Во всех, даже искушенных таких вопросах, блюсти это правило. Ну и я как офицер, как человек в погонах, считаю, что на отрезке, пока я несу службу в погонах, я как, стремясь быть настоящим мужчиной и не менее современным, все-таки не должен порочить честь мундира ни словом, ни делом и соответствовать той форме, тому званию, которое я вот ношу, должности, на которую назначен, и долгу, которую мне надо исполнять. Дорогие друзья, вот я вот поаплодирую, да, потому что, вы знаете, очень сложно после этого, да, в принципе, что-то еще сказать, но я уверена, что у Игоря Макарова есть что добавить. Что такое главное для современного мужчины? Как ну, не главное, я думаю, что мужчину формирует труд. То есть это прежде всего умение трудиться, умение терпеть всякие невзгоды, которые тебе, ну, лень, там, я не знаю, там, не хочу, когда, да, вот умение перебарывать себя и делать из себя человека. Вам это качество спорт дал или кто-то еще, что-то еще? А оно как бы вот оно по жизни для меня как бы самое в приоритете стоит. Ну что ж, дорогие друзья, это для вас, конечно, будет неожиданно, но я бы хотела вам задать такой вопрос, может быть, очень рассчитываю на откровенный ответ, чего же на самом деле хотят мужчины, по крайней мере, эти в студии, которые находятся, да, Людмила? Дело в том, что, вот согласитесь, Наталья, Людмила, мне кажется, каждая женщина мечтает узнать, о чем думает и чего хочет мужчина. Я вам предлагаю несколько вариантов. Вы можете выбрать из них или предложить свой. Итак, выберите, может быть, подходящий. Итак, чего же хотят на самом деле мужчины? Успех, деньги, свобода или спокойствие? Игорь. Спокойствие. Устал. Нет, просто все есть сюда. А, нет, только спокойствие, Виктор. Не, ну, блин, на свете счастья нет, а есть покой и воля, да? Вот, ну, наверное, чтобы все было хорошо. Но все-таки покой и воля прозвучало еще раз. Нет, ну я прокомментировал и вместе с тем тоже. Спасибо большое, Михаил. Откровенно. Покой нам только. Но, в принципе, не прочь бы его иметь. Я думаю, что покой во время каких-то активных действий. Быть спокойным. Наталья, вот мне интересно, чем вас покорил Михаил и вообще вот эта история, если можно коротко, вашего знакомства? Почему именно он? Почему именно на него обратили внимание? Я студентка первого курса была, он студент четвертого курса, учились на одном факультете. Мы готовили программу «А ну-ка, первокурсник». Так. Он пришел вместе с группой старших студентов к нам, новичкам, выбрать кого-нибудь, кто умеет что-то петь, что-то танцевать. Ушел с женой, наверное, да? Нет, вы знаете, не сразу. Вот, и так познакомились. Она на другого сначала смотрела. Ну, я не один пришел. То есть вам пришлось побороться? Не боролся, но как-то так получилось само. Вот. Судьба, может быть. Хорошо. Какая вот, Наталья, вот на ваш взгляд, мужская черта, вот, может быть, характера для вас самая привлекательная? Вы знаете, наверное, чтобы в
сложных каких-то жизненных ситуациях сохранять спокойствие и не раскисать. То есть взять ситуацию в свои руки под контроль и что-то делать. То есть не лечь. То, о чем говорил, да. Наверное, ну, да, не, не в том плане. Это не это в плане... есть работа, мне кажется. Ну да, имеется в виду, чтобы можно было опереться на человека, я бы так это назвала. Вот. Вы знаете, наши зрители подумают, что мы сейчас лукавим, потому что для многих, на самом деле, людей, не только мужчин, все-таки успех сегодня связан с богатством, с достатком, с деньгами. Вот, Людмила, вот расскажи нам, пожалуйста, можно ли вообще считать, скажем, деньги показателем, ну, скажем, статуса успешного мужчины? И вообще, в принципе, чем можно измерить успех? Наташа, вот по поводу денег, да, вот в нашем славянском пространстве, да, успех ассоциируется с деньгами. Это последние годы. У нас никогда не было заточки на то, чтобы успех мерить деньгами. У нас не было денег, ты хочешь? Нет, деньги были, но это было не самое главное. То есть приоритеты сейчас настолько сменились и смещены приоритеты, те, которые были, что вот сегодня Михаил говорил о том, что как бы не утонуть во всех, ну, скажем так, новшествах, во всех каких-то новых веяниях, не потерять себя в обществе. И на сегодняшний день вот мужчине очень тяжело как бы сказать, вот это мой путь, вот это мой единственный путь, быть самим собой. Почему? Потому что формирует такой, знаете, образ альфа-самца, да, который должен быть... Ну, уже ты имеешь в виду общество формирует? Общество, глянцевый журнал, очень часто чего греха таить, телевидение, программы какие-то, да? Ну, поверь, тот образ, который мы сегодня формируем, да, их несколько, мне кажется, он настолько здоровый, красивый, да, и такой настоящий. Но это, Наташа, далеко не во всех программах мы можем это видеть. Чаще всего общественное как бы мнение формируется, что если он имеет деньги, он богат, он достиг там того, 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 то есть в социуме, то тогда ему можно это доверить. Это не показатель успеха? Это частично показатель успеха. Очень важно, вот сегодня Михаил о чем стал говорить? О семье. Какая семья, что я могу давать моей семье, крепкий тыл. То есть он говорил о совершенно других ценностях. Также Игорь об этом говорил. Ну, понимаете? Я не знаю, Игорь, вот вы приходите домой, а супруга говорит, где деньги? И каким бы ты ни был замечательным, но как же сделать ее и детей счастливыми, когда денег нет? Это показатель. Наверное, разговор идет не о том, что мужчина не должен приносить. Он добытчик, он остается добытчиком. Но разговор идет о том, о богатстве. Надо ли то есть успех ассоциировать только с богатством? Вот о чем. Вот мне интересно, Игорь, есть ли собственный рецепт у вас, как добиться успеха в наше время? Ну, вы знаете, что я уже говорил. То есть это надо работать больше и больше. То есть народу больше, значит, работать надо больше. Надо выглядеть лучше других. Я вот, ну, и детям своим всегда говорю. Если хочешь быть на высоте, надо сделать что-то лучше соседа. Вот. Поэтому ну, это все упирается все равно в работу. То есть приоритеты в труде, правильно? Конечно. Трудись, преодолевай препятствия. И появятся и деньги, и появится карьера, и появится... Вот Виктор хочет. То есть нет, добавить. Наверное, трудиться, сначала найти свой путь. То есть если ты просто трудишься, да, а это не твоя дорога, то, в общем-то, это... То есть, наверное, должно повести, чтобы ты нашел... Ну, для этого искать нужно свой путь. Дорогие друзья, надо искать, самое главное — найти. Вот обратите внимание, Виктор, Михаил, Игорь, они действительно нашли свою дорогу и преуспели там. И вот конкурс. Помните ли вы, в каком году и в какой стране Игорь Макаров, дорогие друзья, стал олимпийским чемпионом? Это вопрос нашего конкурса. По телефону 34-22-43 мы ждем правильный ответ. Разыгрываем пригласительный билет на двух человек на выставку. Выставка проходит во дворце Румянцевых-Паскевичей. Действительно, очень интересная выставка. Называется «Доисторические насекомые в янтаре». Вот такие вот необычные экспонаты сейчас в Гомеле. Итак, 34-22-43. Чтобы выиграть пригласительный билет, надо ответить на вопрос, в каком году, в какой стране Игорь Макаров стал олимпийским чемпионом. Каково это, Игорь? Каково это? Я всегда хотела спросить. Каково это быть олимпийским? Нет, какой это быть олимпийским чемпионом, когда вот за тобой вот вся страна, и когда вот ты выиграл для страны, для соседей, для семьи, для всех эту победу. Вот, вот каково? Ну, я даже не понимаю сути вопроса, что значит каково. А ну, понимаете, если вот, ну,
Есть цель у человека, да, мы про это сейчас вот все это вот говорим непосредственно про это. Есть цель, я ее добился, я откровенно скажу, добивался ее не для страны. Вот и я про вот, что, понимаете, я ее добивался для себя. Вот. Все остальное это как бы уже сопутствующие товары к ней, и, ну или сопутствующие услуги, как угодно. Но обязывает, но ведь подобные победы конечно, обязывают. Безусловно, это все это обязывает, ну, к там, даже к стилю поведения обязывает, к стилю одежды обязывает. Вот, вот это и не нравится, я поэтому и сказал, что мужчина не надо спокойствие, чтобы ну, без всяких обременений Игорь, было. Игорь, скажите, а как вообще Олимпиада изменила вашу жизнь? Кроме того, что вы стали следить за своим поведением. В семье изменила или вообще? Вот, вообще, ну, вот вас изменила, вашу жизнь. Действительно. Ну, вообще, я надеюсь, что меня не изменила она никак. Ну, это мое, ну, как бы я надеюсь на это. Вот, а все остальное надо спрашивать у окружающих. То есть, изменился ли я после этого? Ну, как бы стал более избалованным, там, стал более заносчивым, может, каким-то, более грубым, может, более мягким. Ну, а как вы считаете, стали? Ну, я надеюсь, что нет. Мне тоже кажется, я как бы знаю вас, но вроде нет. Да нет, поздоровались, вполне душевно. Вполне душевно, это он вас на татами не пригласил. Вот там бы вы о душевности поговорили. Кстати, Игорь, а за что? За что вот вручили олимпийскому чемпиону орден за личное мужество? За личное мужество, вот за, и, за, вот за это и вручили. Ну... Я, честно говоря, как бы я не думаю, что я достоин этого ордена, потому что тут скромность был момент... наших мужчин украшает, да, Людмила? Это не скромность больше. Вы знаете, был момент, когда меня приглашали, когда вот, ну, собираются все люди, которые вот в Беларуси награждены этими орденами. Вот. И я смотрел всех, кого вот, ну, они все были получены за, эти, за военные действия. То есть и один я только, ну, военные действия, понятно, тоже на татами были, но это немножко то не есть то. Некий такой вот неудобство, да, да это да, да, вызывает да. у вас. Вот, поэтому вот, ну, ну, как-то вот дали и хорошо, видите, и радуюсь, живу. Ну, как вам сказать, военные действия происходят в разных местах и по-разному. На самом деле, дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок, наверное, это ответ на вопрос конкурса. Хочу напомнить вопрос, в каком году, в какой стране Игорь Макаров стал олимпийским чемпионом. Разыгрываем пригласительный билет на выставку во дворец Румянцевых-Паскевичей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Игорь. Игорь, скажите, вы имеете какое-нибудь отношение к дзюдо? К дзюдо? Нет. Как-то вы задумались странно. Но вы же знаете нашего олимпийского чемпиона Игоря Макарова, правильно? Да. Вы даже не поверите, откуда. Откуда? У меня знакомый товарищ учился в УОРе, в школе Олимпийского резерва. И у них была какая-то своя газета или журнал, я не помню. Так. И вот там писали прям про вот Игоря Макарова, как он стал чемпионом в 2004 году в Афинах, в Греции. Вот, дорогие друзья, это правильный ответ. Какой красивый ответ. Спасибо вам большое. Пригласительный билет на выставку выиграли вы однозначно. И вот эти бурные аплодисменты, да. Спасибо большое. Вы знаете, вот пользуясь случаем, мы хотим поздравить, вот вся наша бригада, да, вся наша программа, хотим поздравить вас с наступающим днем, Международным днем мужчин, и пожелать вам, конечно же, удачи, смелости, в общем, всего-всего-всего. И вы знаете, пользуясь случаем, вы тоже можете поздравить своих друзей с этим праздником. Спасибо большое. Я вот в этот день решил сегодня с дорогим товарищем сходить в баню, приехать домой и... Ну, можно сказать, отдохнуть легко. Отметить. Я, безусловно, хочу поздравить всех мужчин с этим праздником. Отдыхайте его правильно, здорово, хорошо. И не забывайте про наших любимых драгоценных женщин. Они все-таки выделяют нам внимание. Куда мы без них? Мы вот. Их любим, они нас ценят. Спасибо большое, с легким паром. Спасибо большое. Хорошего вечера вам. Замечательно. Вот видите, люди уже стали готовиться к празднику. У меня вопрос. Вот мы сегодня говорим о настоящих мужчинах, да, вот эта тема, да. Вот вопрос вот такого плана. А что чувствует мужчина, когда он достиг вот этой вершины, да? Вот как дальше жить после того, как это достигнуто? Цель достигнута? Да. Или вот что ставить? Делать дальше? Ну, это и определяет мужчину, как бы не поиск, мне кажется, да, вот не поиск пути, а именно умение поставить себе цель. Вот ты дошел, ну, достиг одной цели, и дальше уже, ну, наступает там момент определенный,
ну, какого-то, я не знаю, там, брожения, да, в голове. Потом формируется еще одна цель, и ты идешь дальше к ней. Вот как бы все. Вот это один из признаков мужской психологии. То есть мужчина все время выставляет себе новую цель и достигает ее, идет дальше, новая цель. Нет предела совершенства. Нет предела совершенства. Дорогие друзья, было бы ради кого это делать, правда? Согласитесь. Кстати говоря, в 2004 году, как мы сейчас узнали, точнее, как нам напомнили, в Греции Игорь Макаров завоевал первое, пока единственное в истории Беларуси олимпийское золото по дзюдо. И эту победу, конечно же, белорусы помнят до сих пор. И я предлагаю сейчас посмотреть, как это было. На 28-х Олимпийских играх в Афинах от белорусских дзюдоистов многого не ждали. До 2004 года наград у страны в этом виде спорта не было. Выступление Макарова в Греции стало сенсацией. Белорусский дзюдоист дошел до полуфинала, побеждая самых крепких борцов мира. Благодаря своему фирменному боковому перевороту в финальной схватке с корейцем Макаров победил и стал первым в истории олимпийским чемпионом по дзюдо от Беларуси. Вы давно видели этот фрагмент? Столько лет уже прошло. Ну, вы знаете, я куда ни приду, всегда все время этот фрагмент. Не дают мне забыть. Не дают забыть. Вы знаете, да, действительно, все-таки это исторический такой момент. Вы знаете, вот часто можно услышать с экранов телевизоров, как вот знаменитые мужчины, они признаются в интервью, что своим успехом обязаны женщинам. Как считаете, вот с какими женщинами мужчины добиваются успеха? Я думаю, что с теми женщинами, которые умеют, с той женщиной мужчина может добиться успеха, которая может перед ним казаться слабой, беззащитной, давая ему стимул к совершенству. При этом она любит его, и при этом она его постоянно держит в тонусе, чтобы не расслаблялся. Вот, очень правильно, Наталья. Наталья, как это происходит? Расскажите, поделитесь секретом, как вы держите Михаила в тонусе, как не даете ему расслабляться? Да, честно говоря, не знаю, как я. Она сама того не замечает. Наверное, уборка по субботам, да, все на вас, я так думаю, да? Разделение каких-то... Я бы сказала, что... В любое время. Любой каприз. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что должна вообще делать женщина, чтобы действительно вдохновлять мужчину на успех? Вот, Люд, вот что, как? Наташ, воспринимать его таким, какой он есть. Золотые слова. Это, кстати, самое трудное в семейной жизни. Женщины склонны, как вот своих детей воспитывать, да, вот точно так же они склонны перевоспитывать своих мужей, да, делать их под себя. А здесь очень важно, вот то, о чем говорил Михаил, чтобы она держала в тонусе, да, в тонусе. В тонусе это не значит воспитывать, а именно мотивировать его, да, поддерживать его успех. Вот сейчас наш гость поет, да, наверняка вся семья у телевизора, правда? Ну, надеюсь. Кто-то присутствует в нашей студии. Но, на самом деле, вот кроме побед в жизни любого человека... Бывают разочарования. У Игоря так было после Олимпиады тоже. Были разные ситуации. А как вот, кстати, такие сильные мужчины, вот как вы, относятся к неудачам? Философски. Ну, а как? Я, например, злюсь. Начинаю чуть ли не истерить. Злость, она никогда не помогает преодолеть трудности. Ну, наоборот, надо как бы очистить свой разум, как бы, ну, взглянуть на эту проблему с другой стороны. То есть не надо говорить, понятно, что там завтра получится. Нет, надо, сжать зубки и работать. А вот да. Спасибо. Вот спасибо за личный совет, который вы мне сейчас мужчины, дали. Мужчины вот такого плана, как Игорь, они говорят, иди и делай. Самому себе перво-наперво, да, то есть поднимись, иди и делай. А слабые мужчины, да, вот, кстати, которых сейчас очень много наблюдается, как я о них говорю, мужчины... Как непривычно слышать мужчины это сочетание, Люда. Вот слабые мужчины, вот честно. Вот напомаженные мужчины в колготках. Мы их сейчас имеем в достаточном количестве и в нашем обществе. Вот как раз они это не умеют делать. Они очень эмоциональные, они похожи на женщин. Почему? Потому что их женщины воспитывают. Начиная от садика, кончая университетами. И они выходят такие вот крылья есть, они летают. Есть интересный вопрос от Валерия.
Почему Игорь Макаров перестал выступать? Такой дзюдоист великий, талант. Давайте действительно поддержим эти слова. Он согласен. А почему? Почему перестал Игорь Макаров? Ну, вы знаете, возраст, как он берет свое. Это раз. А второе, ну, желание. Это же все, знаете, спорт — это такая штука. Он зиждется не только там на каких-то, на какой-то физической форме. Это еще изнутри идет. То есть именно желание... Желание бороться, там, ну, желание, ну, выходить там, в ринг, желание выходить на татами. То есть желание пропало, ну и все, пиши, пропало. Вообще, мы знаем про Макарова спортсмена, конечно, очень много, целеустремленно, сильно. А вот в обычной жизни вы какой? Вот какие такие простые радости, увлечения есть у вас? К сожалению, лентяй страшный. Да ну? Да, да. Самое лучшее развлечение — тут лечь и лежать просто. Да ну, серьезно? И сколько же времени вы так можете себе уделить? Да вот сколько есть времени. 15-20 минут в день? Да нет, вы что. Вот если есть выходной... Вот, ну, воскресенье у меня выходной день. Я его пролежу четко на диване. Это называется как это? Хорошо поработал, да? Да. Хорошо полежал и отдохнул. Наталья, Будда тоже был великим лентяем. Да, вот да, что-то похожее есть. Но сегодня вы передаете свое мастерство ученикам в своей собственной школе дзюдо. Вот очень интересно, как, вот насколько достойная смена сегодня растет. Есть уже какие-то такие подходящие будущие чемпионы? Вы знаете, я с такими малышами работаю, что, ну, надолго я не хочу даже глядеть, потому что, ну, это маленькие совсем детки. Вот, ну, уже видно, как будет бороться, не будет там после 17, после 18 лет, и то даже не факт. Вот, а малыши, что они заинтересованы, идут хорошо, то есть, ну, отдаешь им часть себя, отдаешь им часть того, что ты знаешь, свою энергию, свои эмоции, вот, ты смотришь, они пошли заряженные домой, кто-то уставший, кто-то, ну, навеселе, это хорошо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, это телеканал «Беларусь-4», программа «Добрый вечер, Гомель», давайте с вами познакомимся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Это Анна. Анна. Я хочу поздравить своих братьев, у меня их шестеро. Они все состоявшиеся уже семьи, состоявшиеся люди. Мне мужчина, даже не знал, что такое праздник есть. Вот будете знать. Буду знать, спасибо. И у меня два сына. Так что я вокруг живу мужчин. 6 братьев, 2 сына. Замечательно. Эти аплодисменты для вас. Мы тоже поздравляем ваших мужчин. Спасибо. Спасибо вам большое за телефонный звонок. Вот мы говорим про спорт, про физические нагрузки, какое это вообще имеет значение в нашей жизни. К сожалению, в наше время мужчины ведут малоподвижный образ жизни. Это говорю не я, это говорит статистика. Лишь каждый четвертый представитель сильной половины человечества в Беларуси уделяет время физическим нагрузкам и спорту. Вот, Виктор, вот сколько времени в день вы уделяете спорту? Ну, скажем так. Занимаетесь какими-то спортивными... Ну, достаточно. Дело в том, что если у меня день свободен или с утра, то я стараюсь сделать пробежку. А вот тут как раз парк, все замечательно. А вот на работу и с работы я езжу на велосипеде. То есть 6 километров туда, 6 обратно. Ну, немного, но в тонусе. Активно, в тонусе хорошо, да, держит. Вот. Ну, а... Не, ну ежели заговорили, вот, то есть, так лыжи, коньки, тут, ну давайте немножко, я не знаю, то есть как раз вот год назад у меня была такая серьезная операция, пополам меня разрезали, да, так вот где-то, то есть дней через 10 я уже прошел 5 километров, да, а через, ну то есть на лыжах я через месяц я уже ходил на лыжах, а через 3 месяца я по льду дошел до ветки. Добежал. Да, это вот про ту самую целеустремленность. Да. Вот, но это, то есть я не рекомендую это. То есть нет, я это практикую уже лет, наверное, лет 15. То есть ходил в Добруш, вот, в ветку на коньках. Но вот тут просто нужно очень хорошо, очень редко бывает ледовая обстановка, которая позволяет это сделать. Поэтому этого делать без специальной подготовки не рекомендуется. Вот, ну, вы знаете, кстати, статистика также подтверждает, что наши мужчины чаще обзаводятся не только спортивными хобби, по популярности выбирают рыбалку, машины, азартные игры, баню, интернет и лишь потом туризм. Это я веду к вашему увлечению туризмом. Вообще часто удается выбраться в какое-то путешествие? Ну, в последнее время в серьезное все реже и реже.
Вот. Ну, и потом я-то ну, последние годы уже, это сколько, ну, с 90-го, да, занимаюсь детским туризмом. Профессионально занимаюсь, профессионально занимаюсь туризмом. Вот. Вот Лилия Николаевна сидит, вот это турист Лилия Николаевна Янкова. Вот. То есть мы-то вот с тех самых 90-х и работали вместе. Да? Вот. Вот это походы, когда там на лыжные походы на Таймыр или пешие серьезные глаза, вот, кстати, горы. Глаза горят у, да, Виктора, когда он, да, говорит. Нет, ну так нет, ну для меня тоже опять детские походы совершенно, совершенно здорово. Те же там и велосипедные, и байдарочные, и пешие. Знаете, вот для меня турист с гитарой — это такой стоп-кадр из прошлой какой-то жизни. Да, вот так и хочется представить, что вот мы сейчас где-то в туристическом походе, костерчик. И вы играете на гитаре, так хочется. Поем песню, да? «Солнышко лесное». Да. Но, может быть, не такую. Кстати, да, что мы сейчас услышим? А что мы услышим? А вот вы знаете, кроме, значит, вот перечисленных праздников, уже много перечислялось, дело в том, что официально сегодня, то есть день поминовения, а вот мне официально получается он завтра тоже, вот, то есть осенние деды. А вот когда принято поминать усопших. И вот, по-моему, для вот как раз и для туриста, и для туризма, и для музыки вот есть такая личность Блака, Карик Круп, который в 71-м году погиб, попал в лавину вот, в лыжном походе в Восточных Саянах. А вот ему было 33 всего. А вот, недавно у него день рождения. Вот. Был буквально несколько дней назад. А вот, оставил замечательные песни после себя. А вот одна из этих песен я спою. Тарик Круп, «Беларусь». Есть у года четыре времени, нас сосновый покой в сентябре манит. По зиме лыжи просятся к северу, а лесною опять курс к Усеберу. Мы уходим то летом, то осенью, по огромной земле ноги носят нас, бездорожьями дальними нам идти, но всегда Белоруссия в памяти, в поездах. На машинах и просто пешком, на байдарках, на лыжах с тяжелым мешком, не за школьной окрашенной партой твою пестро-зеленую карту изучили давно наизусть. Беларусь, Беларусь, как нужны, Беларусь, твое небо нам, и песчаные кручи над Неманом, стены Бреста огнем опаленные, и леса твои вечно зеленые. Поросла Беларусь обелисками, оттого звезды стали нам близкими, не небесные звезды, солдатские, пять лучей над могилами братскими. В поездах, на машинах и просто пешком, на байдарках, на лыжах с тяжелым мешком, не за школьной окрашенной партой твою пестро-зеленую карту изучили давно наизусть. Беларусь, Беларусь. Осень. Первый ледок птицы струсили, курс на Африку из Белоруссии. Мы ж не птицы погодой ранимые, в нашей связке друзья и любимые. В нашей связке друзья и любимые, а разрезать нет силы самим ее. А разрезать и до смерти каяться, все дороги в кольцо замыкаются. В поездах, на машинах и просто пешком, на байдарках, на лыжах с тяжелым мешком, не за школьной окрашенной партой твою пестро-зеленую карту изучили давно наизусть. Беларусь, Беларусь. На «Беларусь 4». Такая, знаете, мужская песня, настоящая мужская песня про, да, Беларусь. Вот эти аплодисменты, да, вот еще раз давайте поаплодируем. Да. Нас действительно очень так тронуло. Вот, Михаил,
Вот мне очень интересно, чем кроме воспитания будущих офицеров-спасателей занимается еще подполковник внутренней службы? Очень любопытно, какие хобби и увлечения у вас есть, расскажите. Их так много? С детства поменял десятки увлечений. Кстати, даже дзюдо занимался ровно один день. Я бы, конечно, предложила. Но тоже было хобби однодневное. Год на баяне, 3 года фотокружок и там десяток других. Нет, подождите, а сейчас? А, сейчас. Конечно. Тогда же не подполковник был, правильно. Сейчас в свободное от службы времени его не так много порой. Я давно увлекаюсь музыкой, так наплывами, когда есть время. То есть хотелось бы чаще, но не всегда. Немножко играю на гитаре, вот. Немножко инструмент. Немножко на пианино несколько аккордов знаю. Давайте послушаем. Во-первых, вот этот инструмент, вот что это такое? Мне вот это панфлейта называется инструмент, довольно экзотический. 5 лет назад что-то вот импульс какой-то. Слушал эту музыку, какой-то известный диск, знаменитые мировые хиты. Мне внутренний голос какой-то: возьми, купи и сам научись играть. Подожди, а у вас музыкальное образование есть? Как-то? Нету. Нет. Никакого, я самоучка. Просто у меня есть слух и есть желание. Ну, Наталья прям гордится вами, вот, да, вот сейчас. Наталья, подожди, он вам играет вечерами вот на этом замечательном... Нет, ну вечерами нет, инструмент достаточно специфический, вы услышите, он достаточно пронзительный, и, будем так говорить, в квартире вечером, в многоквартирном доме соседи не очень рады. Мы уважаем соседей, поэтому я это делаю на работе. Чаще всего, да, то есть он репетирует на работе в клубе, в общем-то, в зале, вот, а играет, ну, выступает, в общем-то, на таких мероприятиях, вот, которые проводятся у них. Ну, и сегодня он в нашей студии. Ну, надеюсь, давайте послушаем. Да? Михаил, просим. Thank you.
так вот, дорогие друзья, вот такая вот чудесная музыка, чудесная панфлейта сегодня звучит на Беларусь-4. Ну, мне кажется, осталось только Игорь Макарову нам что-нибудь спеть, сыграть, и все. И, в принципе, музыкальные, да, музыкальные номера удались, называется. Ну, я узнала до эфира, Михаил, что вот это чудесное украшение у Натальи на груди, это сделано вашими руками. То есть это, я так понимаю, ваше хобби, вот эти вот деревянные украшения? Да, это так. Не только украшения, далеко не только. Расскажите, похвастайтесь своим мужем немножко, вот. Наталья. Ну, для меня заколка вот, я сделал, заколка. Вот, акация, пилили дерево, упал кусочек, я подобрал, высушил, сделал бабочку. Резьба по дереву. Наташе нравится. Ну, удивительно, я вот сразу оценила, как женщина... Удивительно. Это вообще увлечение, я так понимаю, которым вы занимаетесь после работы или тоже? Нет. После работы. Все после работы. И сейчас появилась новая проблема. Я теперь не знаю, как поделить свободное время между музыкой и деревом. Поэтому... Ну, приходится успевать вот, потихоньку. Я надеюсь, мы показали фотографии вот именно вот ваших работ. Это дачу. Все сделано вашими руками. Да. Вика, да, посмотрите. Вот процесс. Бормашинка дома. Теща заслонила одеялами, чтобы пыль не летела. Но без тещи все равно не обошлось. Ну, тут, конечно. Да, да. И это вот это вот результат, вот да. Угу. Ну, и для дома, и для супруги. А вот столик. Веточки подобрал, выброшенные возле мусорного контейнера. Это окошком ступенечки для домика, он на потолочке, угу. Сейчас увидите, наверное. А вот сундук пиратский. Ну ничего себе. А начиналось-то все, мы заметили лишь маленькое украшение. Вот часы, чашечки лепил из глины своими руками. Вот Наталья, часы из черенка просто. Лопаты. Тесть мой, вот скажу честно, может смотрит телевизор, до сих пор лопату эту ищет. Спасибо большое, Михаил, действительно, очень интересно. Дорогие друзья, напоминаю, это программа «Добрый вечер, Гоми», прямой эфир. Вот как же мужчины относятся к сильным женщинам, и какие они настоящие мужчины в быту? Об этом сразу после рекламы. Беларусь-4 прямой эфир. Мы готовимся к Международному дню мужчин, который отмечают везде завтра. Очень интересно, как вы собираетесь отмечать этот праздник. Звоните в студию, пишите в Вайбер. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, поздравляйте мужчин с наступающим событием. Есть сообщения от зрителей, я хочу их зачитать сейчас. Михаил, он уже пригласил друзей в баню. Такой день нельзя пропустить. Я смотрю, баня – популярный вид такого отдыха для мужчин во время праздника. Константин сообщает, что он не знал, что у мужчин есть столько праздников. Супер, едем на рыбалку. Константин, мы рады, что сообщили вам об этом, и у вас появится еще один день, чтобы отдохнуть. Ольга сообщает, что она как раз замесила тесто, будут пироги к празднику. Ну, а Наталья, просто чудесно. Мужчин надо беречь, говорит Наталья, их становится все меньше и меньше. Наталья статистику, наверное, увидела и очень распереживалась. Ну, разделение домашних обязанностей. Я всегда мечтала Игорю Макарову, олимпийскому чемпиону, задать вопрос, выносит ли он мусор дома? Конечно. А что-то вы так, я думала, нет, и сейчас какая-нибудь интрига. Ну что, вы думаете, у меня корона, что ли, дома висит? Нет, подождите. То есть это ваша одна обязанность по домашним делам? Нет, почему? Вы хозяйственный такой? Я не то, что хозяйственный, просто дома, я считаю, равноправие должно быть. Полное причем равноправие. То есть мне не зазорно там почистить картошку, приготовить еды, стирать, понятно, что сейчас эти все автоматизировано. Вы считаете, что в семье мужчина и женщина должны в равных, как бы так вот, участвовать? На это уже и зиждется семья. Если будет один там тянуть одеяло на себя, другой на себя, если я буду кричать, что я зарабатываю только деньги, а ты у меня сиди и будь домохозяйкой, это будет совсем неправильно, это будет уже немножко не та семья, которая ведет, в общем-то, к счастливой и такой счастливому долголетию семейному. Счастливое долголетие семейное, какое прекрасное выражение. Михаил, Наталья, в вашей семье, скажите, кто главный в доме? Коротко. Наверное... Нет, быстрее. Чисто по дому, наверное, все-таки я. Как офицер, скажу, жена всегда на звание, на одну ступень выше.
Отлично, спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, потенциал женщин в экономике раскроется больше, если повышать участие мужчин в воспитании детей и домашних делах. Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты Ирина Костеревич на международном форуме женщин-лидеров. Министр пояснила, что сегодня в семьях, где воспитываются дети до 10 лет, женщина тратит в 2,5 раза больше времени на домашние хлопоты и уход за детьми, чем мужчина больше. А значит, и нужно поднимать роль мужчины в семье, престиж отцовства и понимание роли отца. Это цитата. Ваше отношение вот к современным женщинам очень-очень любопытно узнать. Вот как вы считаете, ну мы поняли уже, Игорь сказал, что и женщина-домохозяйка, или вот хочу уточнить, или все-таки она должна совершенствоваться в профессии? Вот какую бы вы роль ей определили? Ну, она не должна сидеть дома, женщина. Потому что, ну, это будет уже, знаете, ну, какое-то аморфное существо, которое просто, ну, используем для того, чтобы она наготовила еды, постирала, там, ну, этот, выгулила твою собачку, там, или котика, да, этот, воспитала детей, ну, и, ну, немножко есть другие, там, да, эти семейные обязанности, которые она должна, как бы, тебе предоставить. Ну, а если ваш супруга будет много работать и постоянно пропадать на работе, и вам придется взять на себя, ну, скажем, большую часть работы? Ну, эта договоренность тоже определенная должна быть между, ну, друг другом. Понимаете, если, ну, в нынешнее время, если женщина может зарабатывать больше денег, чем мужчина, это не зазорно. То есть тогда мужчина должен часть обязанностей взять на себя. Вот. Главное, здесь чтобы двоих устраивало. Совершенно правильно. То есть вот, ну, это и есть идеальная семья, когда, ну, один человек дает друг другому реализовываться. То есть если я буду забивать свою жену и сказать, нет, ты обязана там сидеть, там, ну, никуда не выходить, ну, это будет ерунда. Вот. Наоборот, я подталкиваю, чтобы она, ну, что-то там, что-то делала. То есть вот тот же клуб, это у нас как бы семейный. Семейный, то есть, так, конечно, проект. Да, mm-hmm. Безусловно. У нее было одно образование, ну, у нас не хватало бухгалтера, она пошла, отучилась на бухгалтера, а теперь она все это ведет. То есть она по совместительству еще и директор. А, вот. Все-таки директор она. Не, ну, а как? Назвонил еще. Это вопрос о сильных женщинах. То есть, ну, тренировочный процесс-то я как бы осуществляю, а все остальное это на ней. Знаете, я вот поняла одно, что вот сегодня я действительно это поняла, что любого мужчину, конечно же, делает женщина. Ну, так что бы вы ни говорили. Вот я пришла к такому выводу сама, наверное, даже благодаря вам. Ну, вот то, что сказала министр соцзащиты, это большая умничка, молодец. Она уловила эту тенденцию. Почему? На то она министр, Людмила. Да, на то она и министр. Разговор о том, надо ли мужчине быть в семье. Да это та роль, которую он не... это та ниша, которую он никак не мог, ну, осуществлять. Да? То войны, то перестройки, то еще что-нибудь. Вот сейчас как раз то время, когда можно вернуться в семью и быть настоящим отцом, реализовывать себя. Почему женщина только воспитывает детей? Да? Пусть и он напитывает детей вот своей мудростью. Вот сегодня мы свидетели, да, какие у нас есть, замечательные мужчины, правда? И романтики, и творческие. Ну пусть передают этот опыт детям, правда? Вы знаете, вот насчет детей. Я не могу, конечно же, не обратиться к Виктору и напомнить, что у Виктора, дорогие друзья, 6 детей. И мне вот очень интересно, вот как-то менялись ваши, скажем так, жизненные ориентиры, когда вот стали появляться дети? Ну, да, безусловно. Значит, это... Я думаю, что тут, наверное, и передачи не хватило бы, если бы, если бы вот так подробно про это рассказывать. Это... Они вас изменили? Очень. Очень. Причем каждый новый ребенок, то есть, менял, конечно. А вы знаете, вот отец Паганини запирал сына, это известный факт, такой исторический, в чулане, заставлял его учиться музыке. И вы знаете, он добился же своего, получается, да? Паганини стал великим скрипачом. Вот на ваш взгляд, мне очень любопытно ваше мнение, вот на ваш взгляд, что все-таки важнее, воспитать счастливого ребенка или личность, которая вот останется в истории? Ну, я читал про Паганини, но, к сожалению, достаточно давно, и вообще проблемы Паганини там были, там и с захоронением что-то я помню, да, то есть его там не... Вот, я не уверен, я не знаю, был ли он счастлив, да, то есть то, что он стал великим, да, вот, но... Не знаю, наверное, все-таки лучше счастлив. Мне нравится ваша откровенность, потому что все-таки музыкант, он всегда имеет амбиции.
Правильно? И каждый отец-музыкант хочет, чтобы его сын или дочь стали более известными, более успешными, наверное, действительно, музыкантами. И вы, ваш, вас, у вас борьба какая-то идет, отвечая на этот вопрос. Вот я вспомнил, тут речь пошла вот, перед эфиром, речь пошла о фонограмме. Да? Но это буквально и тут же. И я вспомнил случай, который был 35 лет назад здесь. Значит, мы с дочкой, был фестиваль авторской песни в Гомеле, прекрасный фестиваль, очень много приезжих было. Были из Москвы, из Киева, из Минска. Вот. И мы с дочкой, ну, наверное, дочка взяла приз зрительских симпатий. Причем совершенно честно. То есть вот, и ей 5 лет тогда было. И вот мы, значит, выступаем здесь, в соседнем здании. А вот, значит, выступаем, а тогда все как оно было. Не, значит, давайте, ну, опять, наверное, не было аппаратуры такой, все. И потом вот... Мы запишем, и, ну, взрослым ничего, ну, что там, ну, вот ребенок, вот оно, вот мы выступили, вот мы, значит, провели эту, значит, записали фонограмму, а потом открывали рот на телевидении. Она сказала: папа, я больше сюда ходить не буду, я больше сюда не приду. Под фонограммы никогда. Да, ну вот она, значит, ну, вот она слово сдержала, мы с ней больше, значит, нет. Не, ну, она преподавала в консерватории фортепиано впоследствии. Все там. А, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Герасим. Герасим. И всех моих друзей-мужчин, всех Гомеля-мужчин, пожелать им всего здоровья и терпения. Я хотел бы подарить стихотворение «Исповедь женщины». Где ты, настоящий мой мужчина, как я устала сильно и слыть, по тебе твоя скучает половина, ну, найди меня, мне без тебя не жить. Не хочу я век постель ночами с нелюбимым хлюпиком делить, а утром с грустными глазами на работу с нелюбимую спешить. Хочу с тобой я быть любимой и жить до старости с тобой. Мне снится образ твой красивый и голос нежный слепотцой. Знайди меня, бесчетный мой мужчина, я так стомилась чакать. Я вельми добрая женщина, и мне так хочется кахать. Ну где ты, добрый и надежный, хороший, сильный, только мой. Найди меня, и я, возможно, на край земли пойду с тобой. Герасим. Спасибо вам большое, Герасим. Вы знаете, мы вас как-то вспоминали, да, недавно, давно не слышали вас в эфире. Спасибо, мы вас тоже поздравляем с праздником, действительно, с этим замечательным праздником, с Международным днем мужчин. Я бы хотела посоветовать, ответить вам, продолжить фразы. Итак, Михаил, продолжите, пожалуйста, фразу. Каждый нормальный мужчина должен, коротко и быстро. Быть готовым к самопожертвованию. Спасибо. Ради своих родных, близких. Спасибо. Долго. Спасибо большое. Игорь. Не могу себе позволить. Отдыхать каждый день. Спасибо. Виктор, став отцом, я понял. Я понял. Я многое понял. Я многое понял. Спасибо большое. Кстати, я знаю, что у Виктора в репертуаре есть одна замечательная песня, очень известная. Такая, ну, скажем так, о детях. Да, да, тут мы говорили о воспитании детей, вот теперь песня, ну, от лица объекта воспитания. То есть, представляете, монолог сына, песня Вадима Егорова. Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Жизнь без мамы не мед, это ж каждый поймет, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, пап нас по утрам кормит жёною кашей. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалостей наших. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем каждый отец. И даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. Как с балкона мы оксиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли внизу реки, поля бы у всех бы пап, подали шляпы от красота, только бы папа не увидал.
Я уже улетал, но отец увидал. Представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежало. Папы страшен, оскал я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня пап шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству. Шлепнь я попы от подрасту. И буду шлепать попы я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо. Называется порох. Мне б достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что в школе сам не взлетел, так взлечу вместе с папой. Может сказать, мы не будем говорить, что поучительная песня, замечательная. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, завтра Международный день мужчин. Как минимум, еще один повод порадовать наших мужчин вниманием, подарками. Михаил, какое блюдо вы хотели бы увидеть завтра на праздничном столе? Рождественский кролик. Уже рождественский? С шампиньонами. Ну, он так называется, но он всегда вкусен. Наталья, вы порадуете супруга таким блюдом? Кролик, ну, да еще рождественский. Раз заказано, наверное, порадую. Ну, тогда поделитесь коротко рецептом с нашими зрителями. Что это за волшебный рождественский кролик? Я так понимаю, это фирменное блюдо какое-то у вас, ну, да? Ну, оно, собственно, стало фирменным совсем недавно и совершенно случайно. Буквально в двух словах скажу. Мы пытались перед Новым годом скачать несколько фильмов из интернета. Ну, комедийных. Да, комедийных. Ввели поисковые слова «рождественский», «новогодний» и так далее. Ну и одним из, собственно говоря, этих фильмов оказался рецепт данного кролика. А, мы видео скачали. Да, на объем файла не посмотрели, уселись смотреть, открываем, а там как приготовить кролика. И с тех пор, уже лет 5 или 6, в общем-то, это блюдо у нас именно только по праздникам. Ну я так смотрю, все очень просто. Да, очень просто и быстро, главное. Вот, дорогие друзья, записывайте рецепт, а я пока зачитаю сообщение в Вайбере. Передача наша подходит к концу, и есть поздравления от наших зрителей. Дорогие мужчины, что бы мы без вас делали? Вот такое короткое поздравление прислала Ольга. Мужики, с праздником, завтра, что-то у меня тут потерялось сообщение. А, я тоже ничего не знала о таком замечательном празднике, пишет Алина. И ведь повод-то какой славный. С днем мужчин всех поздравляет. Верности, надежности, живите с юмором. Потапова Ирина поздравляет своих мужчин, папу, брата, мужа и сына с международным праздником. Я горжусь вами. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес сильной половины человечества. Напомню, что в ноябре вы можете поздравлять своих мужчин дважды, не только завтра, но еще и 19 ноября. Ну, а главное, наверное, все-таки, чтобы они того стоили и всегда нас радовали своим отношением. Так что, дорогие друзья, берегите мужчин. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». С Натальей Волынец. До новых встреч в прямом эфире.